Чтобы справиться с огнем в реальности, необходима тренировка. Во вторник Главное управление МЧС по Ивановской области проводило тактическое учение в здании Ивановского государственного цирка. При работе спасатели столкнулись с определенными сложностями. Большая горючая загрузка – это различные декорации, строительные конструкции. Вообще конструктивная особенность цирка, она представляет себе сложные здания, в том числе, как сложность для пожарных составляет, это большое скопление людей, в том числе детей, а также животных, артистов и их реквизита. Зданию цирка присвоен третий уровень сложности, поэтому на тушение условного пожара были задействованы 8 пожарных подразделений, 14 единиц техники и 54 человека личного состава. Во внутреннем дворе цирка разбили оперативный штаб. На приеме 102. 103, прием. На приеме 102. Дополнительно проверили на возможность установки на открытый водоем реку Увы. Значит, расстояние до места вызова 200 метров. Есть возможность установки с масла, как понял. Принята информация. Здание цирка состоит из двух частей. К той, где, собственно, и проводятся представления, примыкает вспомогательно-производственный корпус. По тактическому замыслу именно там и произошло короткое замыкание, повлекшее возгорание. Очаг был обнаружен спасателями довольно быстро. Основными целями и задачами данных учений было отработка взаимодействия администрации объекта, пожарно-спасательных формирований и служб жизнеобеспечения. Все учебные вопросы отработаны в полном объеме, оценка учений хорошо. Но стремиться еще есть к чему, поэтому по окончании учений с личным составом спасателей и работниками цирка был проведен традиционный разбор полетов. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.